сорт острого перца Fatale White, Fatale белый. Этот сорт относится к виду Capsicum Chinense. Срок созревания такого перчика от 90 до 100 дней. Созревает он от зеленого, вот как здесь, потом становится ярко-желтый, а потом уже белый. Высота такого кустика может достигать от 50 до 70 сантиметров. Острота от 300 до 400 тысяч сковелей. Плоды имеют вкус цитрусов. Этот перчик родом из Центральной Африки, с республики Банги. Вот такие вот перчики. Этот сорт высокоурожайный, дает большое количество плодов. Такие вот зеленые они, светло-зеленые. Потом созревает, созревает до белого цвета. Это отличный сорт перца для выращивания в горшках. Кустики будут маленькие, в пределах 50 сантиметров, с большим урожаем. Он довольно острый, 400 тысяч, это практически как хабанера, и дает хорошие урожаи. Вот такие красавцы наши. Вот с одного кустика небольшое количество. Этот перчик чем-то похож на хабанера. Такие вот у него остроносые стрючки. Все зеленые посмотреть. Очень ароматные. И очень сладкие. Вот так выглядит перчик сблизи. Белого цвета. Слегка приплюснутый. Они все такие кубовидной формы. Очень интересный, очень ароматный. Плоть у него упругая, довольно плотная. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, какой он внутри. Толщина перчика где-то в пределах 4-5 мм. Довольно толстый, довольно сочный. Вес такой одной перчинки 10 грамм. Если две положить, сейчас посмотрим. 18 грамм. Да, одна здесь чуть легче. Очень ароматный. Очень хороший перец. Посмотрите, какая толщина стенки у него. Тоже небольшое количество семян. Очень сочный. И очень приятный на вкус. Советую выращивать такой перчик у себя дома. Он неприхотлив. Выращивать можно как в горшках, так и можно выращивать и в открытом грунте. Любит солнышко и частые поливы.